Прокопьевском техникуме физической культуры, как и в любом другом учебном заведении, студенты старших курсов ежегодно проходят производственную практику. Будущая работа выпускников ПТФК непосредственно связана с детьми, поэтому и подход к практике в Прокопьевской кузнице кадров всегда особенный. Для приобретения и совершенствования педагогических навыков студенты ТФК проводят уроки физической культуры в школах города, а для того, чтобы занятия были интересными, ищут новые формы проведения. Студенты техникум физической культуры, конечно же, педагогический состав и коллеги наши со спортивной школы и других учреждений подходят к практике с творческим подходом. И в процессе студенты получают практический опыт, а воспитанники, занимающиеся, необходимые практические навыки. В этом году производственную практику организовали в форме спортивно-массового мероприятия под названием «Спорт-квест для ИВС». Студенты совместно с воспитанниками спортивных школ сформировали команды из 8 человек – 4 студента и 4 ребенка. Каждому коллективу было необходимо пройти импровизированную трассу с различными спортивными испытаниями. А в этом году выбрана новая форма для практического занятия у студентов. Это спортивный квест с элементами спортивного туризма и спортивного ориентирования. Мы подготовили спортивные карты, в спортивном зале расставлены этапы. Элементы спортивного туризма с веревками присутствуют. Ребята должны показать взаимовыручку, эрудицию, дружеское плечо, они должны работать в команде. На протяжении всего маршрута студенты поддерживали своих младших товарищей, переживали за них и вместе выполняли задания. Плели косы, отвечали на вопросы, прыгали через скакалку и выполняли многие другие упражнения. Мы начинаем работать уже с детьми, так скажем, как главными тренерами, это наши подопечные. И это в будущем будет для нас плюсом большим. По итогам мероприятия в призы попали команды, занимающиеся на отделениях спортивных игр, баскетбола и футбола.